У нас сейчас природу губят, и вот тебя живешь, она с каждыми, можно сказать, не годами, а часами. Она все хуже и хуже. И вот сейчас, вот ладно, сейчас вот зима наступает, а потом весна то ли будет, то ли не будет. Доживем мы до зимы, то есть до весны, до лета потом. Вот сейчас вот, и вот у меня вот мысли, да, вот сейчас, о, зиму я встретил, хорошо, вот встречу зиму, вот, вот осень прошла, сейчас зиму встречу. А встречу ли я весну, будет ли весна, а какая весна будет, а какое лето будет? Потому что сейчас природа уничтожается, она мгновенно уничтожается. И что уничтожается? Ради наживы, нажиться. Да куда наживаться-то вы? Что? Куда вы все это правительство, все смотрят? Так значит, у нас не правители, а бандиты натуральные. У нас правителей нету. У нас грабят, просто грабят. Бандитов грабит, убивает, да, короче. А народ что может сказать? Да потому что его уже прижали, просто этот народ, вот так уже придавили, каблуком, да ты стой, стоять, я вот как стою, вот так, его прижали, вот как змею или там какого-то хищника жмут, вот так сейчас народ прижимает и еще сильнее давит, все, скоро все, да сейчас народ уже, это уже не народ, сейчас уже, потому что я не знаю, что сейчас творится, сейчас, короче, на самовыживание, кто как. Короче, тебя каждый глотки будет рвать каждому, на все. Я вот сейчас даже в лесу живу, да, вот кто даже мне приходит, да, или вот так, кто, вот ко мне просто нагло заходят, жрут, не спрашивают, скоро спрашивать не будут. А мне просто вооружаться уже надо, топором их грохать и убивать просто на. И вон крысам я буду отдавать, у меня крысы как раз голодные, как волки, на, они съедят их, поедают. Мне вот только вот так остается делать. Все, больше мне нечего. Мне надо выживать. Все. Сейчас у нас же как говорят. Крепость мой дом, на. Все. Я крепость. Он, все, он крепость, он воевает, он может защищать ее, убивать. Так же и я. Все. Все, сейчас вот так только надо. Все. А больше некого. А как под строением ходить, под государством стоять, стой, ты там, ну-ка. Есть сейчас копейки. Да нет, сейчас такого не будет уже. Он какую-то газету взял там за ПТР или КТР, я вот болеть там за кого-то надо. Что-то, да нужны там за этих бандитов болеть. Сейчас, если у тебя денег много, да, ты при оружии, да? И ты думаешь, что я тебя боюсь, на? Да нахрен, да я на тебя насрую, насру и наплюю, понял, на? Я даже один, а ты прилетай ко мне, прилетай, наверное. Да на всех там при бомбасах приезжайте, на. Я, да никто никого не боится, на, тебя, все уже. И никто никого бояться не будет в этом мире, все, на. Вы уже сами до такой степени доводите людей, на, все. Вот так что, на, увы. Сколько как был, так сколько останется, на, все. Это при Союзе, там, все это не считаю, на, потому что там при Союзе, это как, ну, государства там такие были. Да и мне этот союз не нравился. Мне сейчас надо просто выживать в этом мире. Короче, надо сейчас быть, ну, как? Волки истребляли когда всех? Волков сейчас истребили, всех истребили. Мол, волки всех уничтожали. У нас все вредители. У нас, говорят, все вредители. Всех надо уничтожать. Так вот, уничтожайте всех, на, всех спадят, и народ уничтожайте, и природу уничтожайте, да всех уничтожайте, на. Короче, грызите себе все глотки, а я, может, в лесу сохранюсь, может, там-то, тут, по кустарникам, сейчас-то леса уже нету, сейчас все. Где лес? Скоро, а в степи-то, конечно, да и я не унываю, не унывать никогда в жизни, в мире не буду, на. Выживу.